Ну тогда начинаем. Всем привет на моем 187-м стриме. Имеется в виду, конечно же, и стримы по играм, потому что последние пару стримов у меня были по программированию, но это отдельно, да. И мы продолжаем проходить игру Wings of V. Вот уже 14-й стрим. Растянулся она у меня уже на 7,5 месяцев. Да, долгая, конечно, игра. Ну, в смысле, понятно, что я, мягко говоря, не каждый день играю, да? Всего лишь, ну, 14-й стрим. Но просто вот она такая игра, за которую, не знаю, не хочется вот каждый день сидеть и играть. Все-таки устаешь от нее очень сильно. Так. Я от нее чуть сейвы сегодня не потерял. Но вроде обошлось. Привет, Покер, привет, Грей Нинджа, привет, Фабино, привет, Роба 07. Так, у меня почему-то управление. А, я понял. Все. Блин, почему у меня геймпад не подключается? Не понял. Сейчас, что за дела? Ну блин, ну что за проблема начинается? Было же нормально все. Вот, блин, не вовремя, ну, я как-то даже это не проверяю, потому что обычно у меня работает. Но у меня, короче, походу, этот, чё Good Game проверю. Привет, Digital Sky. Good Game онлайн. Да лол, да какой офлайн, ну серьезно. Ладно, Good Game перезапущу. Должен быть онлайн. Вот перезапустил Good Game. Да, записи прохождения Ивана игр у меня есть на YouTube-канале. И, кстати, раз уж народ, в принципе, подошел, прям под видео, да, на СК2 ТВ в описании есть ссылочка на опрос, какой лучший плеер мне оставить помимо Твича. То есть, как бы Твич, он по-любому будет в обозримом будущем, да? А какой еще? То есть это либо Good Game, как сейчас, либо Reol TV, либо, ну, может, вообще, может быть, только Twitch оставить, либо, может, какой-то еще предложить. Я, ну, сразу скажу, кибергейм я не хочу. И, как бы, ну, опрос это так, это для меня опрос, да, то есть не обязательно, что как будет результат опроса, что так я и сделаю, но это, как бы, я для себя мнение зрителей собираю, так как оно все-таки для меня имеет значение. И, ну, сделаю какие-нибудь выводы на его основе. Так что, если вам не трудно, пожалуйста, проголосуйте. Сейчас, у меня тут небольшая техническая пока накладка. Давайте я вам ссылку вкину, чё уж, а то вы будете там лазить где-то по каким-то описаниям. Ссылку сюда и на Twitch тоже. Так Good Game-то поднялся сейчас? Или нет? Скажите. Сейчас, я просто тут... У меня, похоже, драйвер просто слетел на беспроводной... блин. Беспроводной этот приемник.
Для... Вот. Представляете, драйвер на приемник для беспроводного контроллера слетел. Удаляю вообще. Так, теперь, наверное, игру надо перезапустить. А то он на геймпад не видит. Я результат опроса потом посмотрю. Так, сейф. Рабочий сейф. Все работает. Ой, и сразу умер. Лол. Так, напомню, что мы по одному пути уже сходили. Ой, как-то это не так. Теперь у нас остался второй. Нифига себе. Как-то вообще без урона, лол, прошел. Да ну. Вот. Блин, что-то это как-то вообще стрёмно. Подождите, как здесь? То есть я должен перепрыгнуть портал? Перепрыгнуть портал. Потом сделать рывок направо наверх. И мне ничто не должно помешать по пути. Да? А потом второй прыжок туда еще направо. Блин. Так вот это вот дурацкое место, честно скажу. Ну вот, что вот здесь вот прыгать вот этот порт, вот мимо портала. Ты написал мне в Стиме. Судал ты нормас. Нормальное заявление. Ну ок. Да это жестко, стоп. Там, наверное, все-таки крылья надо использовать. Тут, наверное, сразу можно запрыгнуть, лол. Да. Да какая пауза, ну. Это лол. Я хз, как-то сразу не получить урон. Это жесткое место какое-то. Блин, ну что-то вот оно, они зажали. Ну что за, ну, лол. Они не очень. Да еще вот эти вот глазастые летают вообще не в тему. Давайте избавимся. Подождите, а что вот справа? Секретка какая-нибудь, нет? Вроде нет. Понял, как не получить урон. Да жесть. Ну, жесть ты. Ну, охренеть теперь. Очередное потное место. Да. Кстати, не забывайте отписываться, если звук плохой. Уже, да, далее. Нормально. Жесть, я что-то вообще не могу это размикрить.
А, ну я вижу, это количество зрителей Твича резко упало. Это обычно при смене качества бывает. Они отваливаются. Привет, Джон 64. Да вы вообще что ли меня не хотите этот пропустить? Ну что за дела? Вы вообще враги с первого уровня, с первого. Чего вы тут забыли? Вы же вообще там эти низшие демоны, яхэза. Звук плохой? Подожди, серьезно звук плохой? Блин, вообще должен быть звук нормальный. Или ты так троллишь? Потому что с этим микрофоном не должно быть даже шипения. Просто единственное, что, ну, я должен говорить что-нибудь постоянно, иначе он начнет авторегулировать, и тогда печалька будет. А так, не должно быть ни гудения, ни шипения. А, но по громкости просто, ну, если я не настроил что-то по громкости, ну, вы так и скажите. Да жесть. Что-то какой-то вообще потный момент он там, вот где, вот я не могу пройти. Да лол, ну что ты выходишь? А, шутки. Ого-го-го-го. Хочу пройти уже Wings of Fee, вот не поверите, я хочу пройти Wings of Fee. Ну, в смысле, я имею в виду... Ну, в смысле, понятно, как бы, раз уж я сел играть в игру, что я ее хочу пройти, да, но я имею в виду, что вот я хочу ее закончить, вот именно, уже, честно. Затянулась она, пипец, очень. Я, конечно, понимаю, что больше у меня еще больше затянулось, ну, когда вот я первый раз проходил. Но там-то как бы понятно, а это же все-таки игра, ну, она все-таки проще, чем больше. Всего лишь игра со Стима. Оп, ну это уже ближе. Какие вы можете еще игры назвать со Стима, которые можно очень долго проходить? Ну, имеется в виду не там, не Дота, да, а я имею в виду, которые, ну, на прохождение, и при этом их очень долго проходить. И опять же, и не Skyrim, потому что там типа побочные квесты. Я имею в виду как бы вот основное, чтобы какая-то сюжетная линия, да, или ну, даже если без сюжета, то есть основное как бы прохождение и вот его долго. Я вот что-то хз даже. Но я не особо много этих инди-игр знаю. А с таких из... Ну, топычев там таких долгих не бывает. Блин, ну. Да, в связи со сменой качества я теперь ставлю опять на Твиче 3000 битрейт. То есть, так как ее даю довольно быстро, то просто у кого там не тянет и прочее, ну, они просто ставят там мобайл или что угодно там. И будет там у вас нужный вам битрейт. Ну, да. А, Пророка, ты видел предыдущий стрим? Не видел, да? Там, знаешь, какое было? Там пипец был просто. Чисто пипец. Там пикси джампинг был. Просто микро было вообще жесть. И если что, ну, может быть, ты ну, там не в курсе, не заметил, вот эти вот шарики, булыжники, нельзя уничтожить. Только вот этих вот пацанов можно уничтожить. Летающих. Которые в меня стреляют. А остального нельзя уничтожить никак. Тупо микро. А да, блин, ну... Да... Ну тут понятно, тут недопрыг.
Зачем я упал? И причем эти черные штуки ваншотят, опять же, кто не знает, не видел. То есть, в любом случае ваншотят. Вот эти вот черные дыры. Да ну лол, да куда? Ты чё, крыльями управлять разучилась? Ви. Да то ну идите. Понятно. А, это крылышко дает рывок. Видел я такое делаю? Рывок вправо-вверх резкий, да? Вот это крылышко дает один такой рывок. Вот, видишь, оп. Сейф! Ты кто? Лола, как с тобой бороться? Что за книжка? А, надо ждать, пока он отвернется. Такая есть что-то в ноль бы. А, наверное, просто нужно уворачиваться. Ну, вон, поверху там пройти. Так, давайте все-таки посмотрю, что там по опросу. Кто, может, только подошел, пожалуйста. Ну, просьба проголосовать. Давайте я вкину еще раз. И на Twitch тоже. Это, ну, типа, какой мне плеер, кроме Твича, еще оставить? Ну, там и так написано, в общем-то, суть. Так, а эта книжка что-то дает все-таки или нет, я не понимаю. То есть, может, ее, если подстрелить, то что-то будет? Потому что что-то урона она вроде бы не наносит вообще никакой. Не, просто так, походу. О, портрет там одного из первых боссов, или даже самого первого. Так, тут два пути я вижу. А-а-а. Я понял. Угу. Так. Раз, два, три. Три шага он делает. Вот, блин. Смотрите, там зачем-то сделан еще возврат назад. В принципе, ладно, с уроном. Ну, правда, если тут сейва нет, то может и не ладно. Так, это для чего? Это не просто так. Или просто так. А, ну чё я затупил-то? Я думал, он сюда не достанет почему-то. Так, ну большинство всё-таки Good Game хочет оставить. И это несмотря на то, что сейчас Good Game смотрит один человек. Плеер Good Game.
Ну, понятно. Что-то как-то странно она. Так. Отлично. Так, а как я тут успею? Что-то я не понял. Ну, сейф близко, сейф близко. Пока ничего тут не вижу прям сильно сложного. Да ну куда? Да, что-то вообще затупил. Так, тучка, уходи. Эти книжки летающие, я не пойму, для чего они нужны? Запугивать, что ли? Получил по заслугам. Как здесь поступить? Как здесь поступить? Что-то вообще не пойму. Ну это вообще уже не к месту смерть просто. Лишнее. Кстати, я не понял, почему мне показывают, что 26 смертей на этом уровне. А, типа, когда я прошел первую часть, мне сбросили, что ли, счетчик локальный? Вроде же босса даже не было. Да лол, ну что я не могу это перепрыгнуть-то, ну. Привет, хвост. Ну тут я залажал, да. Еще и прыгнул зачем-то. Что ж такое? Что-то я раньше как-то перепрыгивал свободно и, ну, успевал там в воздухе еще попрыгать, чтобы. А, я. Ну все, кажется, понял, в чем моя ошибка. Я же там вставал на исчезающий островок. А как здесь быть? Вот так, оп, все. А здесь я хезно вообще, честно. Я думал, он один раз выстрелит и повернется, а он застрял.
Да ты, ну что ты делаешь? Он половину сразу снимает одним выстрелом. Может, из этого запрыгнуть можно, нет? Потому что что-то непонятно, я, ну, не успеваю, по-моему, все равно там. Игра очень сложная, ну, пострадать тут очень много мест. Ну, как бы, не знаю, в принципе... Ну, как я уже говорил, в принципе, вроде кажется, что легче, чем больше, но... Но все равно, попотеть очень дает, очень-очень. И как? Да как подкатом уворачиваться, если я после подката должен подняться? После подката должен подняться? И потом еще раз сделать подкат. Ну вот смотри. Ты видишь? Даже там полсекундное поднятие, это все равно он успевает выстрелить. Ага, и что? Он-то не успеет развернуться. Ты видишь, сколько ему шагов надо сделать, чтобы развернуться? То есть, это мне не поможет. Я сразу об этом думал, но это мне не поможет. Да лол, ну вот это вот... Да что ж такое, ну... Да почему один подкат-то нужен? С чего вдруг один подкат? Он разворачивается и начинает идти на меня. Это не один подкат. Привет, Тераон. Ну, хочешь, сейчас попробую. Давай, хорошо. И... Может быть, я не прав? И что? Как мне этот подкат поможет? Даже если бы я его сделал там чуть раньше, да, чтобы он меня не выстрелил. Он-то дальше начинает идти. Я встану, а он все еще идет в эту сторону. Как мне один подкат поможет? Да жесть. Но это фигня. Вот на прошлом стриме была реально жесть. А это пока так. Просто надо сообразить. А там вот была башня. Вот это было сурово, честно скажу. И там еще несколько мест. Потом после башни там это... Или где там, или перед башней, я не помню, микро... Вот эти вот микропиксельные, лол, прыжки, это вообще охренеть. Там было весь подуровень был очень жесткий. Но я не тупо не это... Не попал по островку, сейчас. Ну, я думаю, да. Но я не знаю, я же не видел ее. Книги... Они пугают просто. Не знаю, может, беспилотники какие-то наблюдают. Нет, надо просто чуть раньше делать. Так, давайте еще раз. Сколько шагов он делает? Раз, два, три. И разворачивается. Раз, два, три. Да ну... Жесть. Ну... Ну что он не развернулся-то? Похоже, что это опять очень тоненький тайминг. Очень тоненький тайминг. И для тех, кто думает, может быть, там, типа, да не, не может быть в игре вот такого мигрения, в этой может быть.
Раз, два, три. Говорю же, может быть. Так, вниз или сюда? Так, давайте посмотрим, что внизу. Ага, просто подстава. Понятно. Ну, это было грубо, но я так пока давайте посмотрим. Блин. А, там вон внизу есть островок. Что-то такая-то хреновая тактика. Походу там подпрыгивать, наверное, надо. Ну как-то так, типа. Так-то потому что без разницы, по идее. Лол. По идее, мне здесь на урон все равно, потому что мне тут все ваншотит. Прыгаем, стоим, ну. Ну, а я что-то... А, наверное, надо в воздухе дольше задержаться, да? Да лол. По-моему, первая строта была лучше, честно. Вот такая вот. Она, по-моему, самая лучшая. Но я не знаю, нужно ли мне еще здоровье там до сейва. Блин, как же, что-то я не могу строту поймать. Вообще. В принципе, мне двойного прыжка и крыльев должно хватать на то, чтобы он развернулся, да? Это так понимаю. Ну, ничего. Что-то как-то не ок. Я так подумал, этот цветок вообще можно не убивать, в принципе. Вообще ничего не дали сделать. Что я должен был сделать? Подкат, что ли? А как я раньше-то туда попадал? По-моему, лучше было, когда я убивал его.
Как-то поспокойней, что ли. В смысле сползти? А, ты про то, что внизу могут быть секретки? Нет, не в этот раз. Я так понимаю, мне нужно просто не сверху, а снизу делать двойной прыжок. Ну, пережидать. А потом, чтобы не упасть, как раз-таки на временную платформу вставать. Нет, мне кажется, нужно вторым прыжком на месте, а потом крыльями уже на платформу. И этот чувак должен развернуться за это время. Ой, ну это было не очень круто. Ну что-то они вообще меня зажали, не дали ничего сделать. Да лучше бы я цветок этот умер, ну в смысле урон потерял, чем об этот... Да ты чё, упарываешься что ли? Ну серьезно, чё такое-то происходит? Ну вот так, да, только мне теперь черные мешают. То есть, если бы сейчас черных не было, то как раз когда я на платформу бы встал бы, этот синий пошел бы в обратку. Да ты что делаешь-то? Я не жму вообще стрелки, я не жму вообще стрелки. Ну, чуть-чуть я что-то запоздал. Ну, тут мне они тоже не дали ничего делать. Ну, понятно, что разные длинные циклы. Ну, я же не могу их вычислять постоянно. Ну, по крайней мере, не хочу. Это то небольшое, что как раз надо нарандомить. Ну, по крайней мере, я пока просто... Да ну... Ну, блин, ну пауза.
Надо было, вот если бы я сейчас не высунулся, то, по-моему, как раз было бы. В принципе, зря я сейчас прыгнул. Просто я зря прыгнул. У меня же все вернулось. Два прыжка, все вернулось. Ну, вот видите, только зря я пожадничал. Наверное, надо так же было и со второй поступить. Блин, не в тот цикл попал. Ну, не, я уже запомнил, как выглядит нужный цикл. Вот только как мне этих, как я в тот раз от этих синих-то черных увернулся, что-то пока. Вот это вот я не запомнил, нарандомил как-то. Лол. Кстати, а понизу там не получится случайно пройти вообще? Давайте попробуем понизу. Что-то у меня такое ощущение, что в принципе может и получится даже. А, ну только если не летающая вот эта вот шняга. Да ну. Почему я его не убил сейчас? Почему вот это срабатывает? Вот это вот бесит, честно. Это почему оно срабатывает? Она должна пойти наверх. Я не жму стрелки никакие. Я не жму эту кнопку третью, вот эту там дополнительно. Она должна парить. То ли я что-то не понимаю вообще. Вот, нормально. Так, по-моему, не та фаза. Ну, это было близко. Как ни странно. Ну, сейчас получится. Ну, он бы уже развернулся бы, а что мне надо было делать еще? Толяй. Да почему она убивает, лол?
Привет, Defender. Опять, по-моему, не в ту фазу, да? Да, не, все-таки это... Я просто, мне почему-то казалось вначале, что эта фаза тоже играбельна, но, по-моему, нет. Так, вот это сейчас вот правильное будет. Да, ну... А, это сейчас, по-моему, тоже неправильная была все равно, так что пофигу. Так, вот это правильная. Как же тут, блин, тоненько тоже достаточно. Я просто, может, до конца даже не понимаю, скорее всего, как правильно. То есть я понимаю, что вот фазу какую, да, я ловить должен, чтобы пройти, но... Почему у меня то получается, то нет, вот здесь. То есть я сейчас слишком высоко подлетел. А то мне черные не дают, если я дольше жду, ну, что-то я, короче, не пойму. Где-то там очень тоненько. Вот как вот? Меня же черная просто убьет, если я буду. Как я тогда проходил пару раз? Я что-то вот не могу вот этого понять. Или там я какую-то третью фазу ловил? Да нет, вроде вот она. Да, правильно, на минимальный, ну то есть на ангел мод лучше это забей, потому что такая жесть. Очень потная игра. Вот порой, как бы, вот, она как бы вроде объективно, а вот, кстати, была хорошая фаза, лол, это все-таки какая-то третья, походу. А, вроде бы она объективно проще, боже, ну потому что, ну я вот всего лишь 14-й стрим, да, мне кажется, что уже конец игры близок. Но, блин, вот что-то от нее устаешь, просто охренеть. От босса не настолько устаешь, ну, как по мне, ну, вроде. Не, ну, на боссах может быть, там, на боссе, там тоже, да, первый раз устаешь очень сильно. Но на уровнях, мне кажется, здесь вообще такой пипец пот. Блин, вот она была хорошая фаза, а я что-то продуплил. Значит, все-таки третья какая-то есть, и я не знаю, как ее узнать в лицо. Ну-ка, давайте подожду. Давайте вот сейчас пойду. Да, вот она, блин. Ну, походу, надо просто вот еще подождать. Да, лол, что-то я не рассчитываю прыжок. Что даба? Привет, Джастоп Сера. Да вообще зашквар. Зашкварный дефендер.
Так, это не та фаза. Так, это не та. Еще одну ждем. Вот это та. Ну, вот... Ну, это же вообще вот... Ну вот, ну давай же, ну блин, такой тонкий тайминг, это охренеть. Хотя, вообще-то, я там могу даже дольше, ну хотя, на самом деле, по-моему, не такой тонкий, сколько просто руки, крюки. Все, я понял, как нужно фазу-то узнавать, лол. Прям уже точно. Наверное. Лол, так все-таки снизу, по-моему, можно тут. Что-то мне кажется, снизу все-таки там можно. Это я сейчас попытался снизу, а оно меня не пустило. Но можно и сверху. Сверху тоже явно можно. А, ну вот это вот охренительно было. Ну я просто не запрыгивал, потому что видел, что он на меня идет. Да. Зашкварное управление. Вот тут вот, вот да, вот все-таки с этого островка тонкий момент в том, что после его разрушения мне нужно как бы и не упасть, да, и не подпрыгнуть. Как бы четко вот на месте остаться крыльями. Иначе я попаду либо под лазер, либо под черную дыру. Это довольно тонко. Так, какой, где эта фаза-то? Я хз вообще, честно говоря. Ну да, давайте, по-моему, вот она. Нет, не, это не она была. Заспидранить не получается. Я про... Один раз я пробовал уже. Как только у меня первый раз получилось переждать, все, короче. И как бы я сразу попробовал. Не получается. Может быть и можно, может быть и можно, но это скорее всего сложнее, чем мне заспидранить. Отлично, так. Есть. Так, секретоньки, где секретоньки? Так, тут нет? Тут нет. Ну ладно, посмотрим, что это такое.
Блин, что-то какая-то жесть. А как вот? Понятно. Ох, это тонко. Это тонко опять. Вот это вот сложная механика. Подкат по воздуху без потери высоты. А здесь что делать? Не, ну то есть я понимаю, что я могу по таким же макарам попасть обратно на эту платформу, но а как мне избежать этих ходоков-то? Лол. Или там получается? Да заделан. Оп. Ну, как и не запрыгнул-то? Вообще чушь. Ой, ну сейчас это мой косяк был явно. В смысле, он не сядет на рейпе проходить? Он же больше на рейпе до восьмого мира дошел. Или в какой-то игре еще есть рейп. А, или ты про демон мод Wings of V? Ну, это удаляй. Не, ну это уже точно удаляй. По-моему, это сложнее, чем любой рейп. Но, по крайней мере, если еще с галочкой думит мод, это явно сложнее, чем рейп больше. Прям вот, не знаю, мне кажется, прям явно сложнее, намного. Да что же я тут тоже... Ну, видите, довольно нужно микрить так неплохо. То есть, именно, прям в последний момент все делать. О. Еще эти тут? А, еще перо. Да, о, что? Фу, это вообще жесть, просто удаляй. Охренеть. Я даже не собираюсь. Да, для Думит мода, еще и на демон моде в этой игре, можно сказать, да, слабый. Я не собираюсь этого делать. Это просто полное. Нет, ну я-то тебе ничего не говорил. Ну, пожалуйста, играй на ангел моде. Я буду смотреть. Как бы я же вон и роли смотрю, ну хотя он на ЕЗ играет. Ну пускай, если так нравится. Нельзя же всех заставлять быть прям ванабисами какими-то. Ну единственное, что если бы с читами прям, да, то да, это зашквар. Но если как бы в игре есть минимальная сложность, ну хз. Ну есть же, значит пусть кто-то играет. Не знаю, я как-то к этому не настолько критично отношусь. По крайней мере, сейчас. Может быть, раньше, да, я немножко что-то такое высказывал, я не спорю. Но, наверное, сейчас я к этому более стал лояльно относиться. Ну, хочет и хочет, ну.
Так, в этот момент пока вообще что-то не проходится. Ну, чуть-чуть не в ту сторону отпрыгнул. Что-то я тут пока вообще не понял. Да заделывал. Так, а чё? А, я задел, да, опять шипы эти. Может, я что-то делаю неправильно? Я что-то даже не знаю. Мне кажется, там нужно двойной прыжок выше делать. То есть такой, ну не знаю, ну прям такой максимальный. Потому что иначе мне не хватает для полета по горизонтали высоты. Я задеваю. Блин. Ну да, там мошна какая-то сплошная была. Ну это у мертвецов всяких. Вот, ну да, душная, кстати, это довольно-таки хорошее определение. Вот я даже не смог бы сам это слово подобрать. Да, это правильно. То есть она вроде как проще Боша, но душнее, вот честно, душнее, чем Боша. О! Блин, ну... Ну, короче, стало получаться, по крайней мере. Да, вот столечка не хватило. Да, ну, понятно. А здесь, ну смотри, во-первых, тоже количеством сейвов, да? Во-вторых, набором и сложностью атаку врагов, и в том числе у боссов. То есть реально их поведение отличается. Ну и все. И плюс есть на любом уровне сложности, даже на ангел моде,
Есть галочка Doom It Mode. Это когда у тебя нету ХП. То есть ты умираешь с одного удара, как в Боше. Это на любой уровне сложности можно выставить. Просто как бы отдельная такая опция. То есть, ну, а так вот, как я уже сказал, количеством сейвов и сложностью атак. И причем вот самая большая разница, то есть именно, я думаю, должна чувствоваться именно в сложности атак врагов. Потому что по сейвам, в принципе, и так норм. Ну, по крайней мере, на вот этом Average, или как это, как он там, Mortal моде, да, в принципе, по сейвам нормально. Ну, в паре мест там было, конечно, потно, где мне очень хотелось ангельский сейв. Но, в общем-то, сойдет. А вот то, что меня просто убивали часто какие-нибудь там враги, вот это вот доставляло. Так хотелось, чтобы был какой-нибудь ангел мод включен. То есть, по-моему, они там урона даже больше наносят по ХП. Вот это я зря сейчас урон, конечно, получил. Ну, и ладно. Блин, надо все-таки тут дожидаться по ходу платформы, потому что что-то не получается без этого. Ну, я как бы не видел сам ангел мод, но я зато пытался первый уровень пройти на демон моде, причем совершенно случайно. Естественно, я сознательно бы этого никогда не сделал, но совершенно случайно включил демон мод, начал проходить и потратил там 100 с чем-то смертей и не смог просто пройти первый уровень. Потом я понял, что я играю на демон моде, включил mortal мод, то есть это средний, да, и прошел первый уровень за 3 смерти. Так что можешь почувствовать разницу. И почувствовать, что там тогда на ангел моде. А, блин, то, стоп, я это неправильно делаю. Наверное, надо остановиться там на полу, а потом подпрыгнуть еще раз два раза, а то получается какая-то фигня. Да лол. А, да там, блин, там портал, ну что ты, никак не запомнишь-то, ну. Ой. Тайминг сломался. Ой, вообще что-то сломалось. Нет, не был, но я как бы и сам их тоже запускал. Некоторые, не все. Не был.
Эту тоже запускал? Или только бесплатную? Да, ну, я вроде как бы жал, но вы поняли. Блин. Вий? Вий? Это вот это про это говоришь? Не, Вий это другое произведение немного. Блин. Что-то я пока все равно не понимал, как там пройти. И как я в тот раз один раз проскочил, я не помню. Не знаю, как получилось там. Мне кажется, там тоже подкат надо как-то использовать. Ну вот, ну, как бы, да. Даже, ну, это ж пиксель там, ну, пару, может, пару 5 пикселей где-то. Я понял, что экран-то не убивает, по крайней мере, сразу. Так что ничего страшного, если я чуть-чуть за экран уйду. О, не, надо же, получилось, я думал, залажал. А стоп, а как? Я неужели не полный прыжок сделал? Блин. Лол, как? Что-то я вообще не понял. Ой, ну это. А, ну сейчас понятно почему. Короче, комп, короче, хочет начинать греться. Захочет, не будет. Хотя все это пусть одинаковое. Ну, так сходу невозможно сказать. Да что это? Не, так сходу это не скажешь. Может там, когда обновления какие-нибудь качаются, или, ну, может, ну, такое что-то. То есть все-таки что-то работает, может. Ну, скорее всего. Просто что-то неявное. Отключены обновления, но это плохо, конечно. Да лол, ну как там тоненько?
Пророк уже тренит восьмой мир в Боше. Я пока не приступал еще. Блин, там очень нужно прям высокий двойной прыжок делать. Максимальный просто, максимальный. Да что же, или я просто мало жду, может быть крылья нужно подольше ждать, они же не моментально возносят. Блин, ну может, кстати, так и есть. До этого же я не попадал на портал уже. Есть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Да охренеть, чё? Как это вообще? Это походу там надо сбоку, ну, идти где-то сбоку их убивать. Не вышло. Вообще, если честно, вот как мне кажется, да? То есть вот здесь я сейчас дойду до босса, это будет типа какого-то, что-то типа стражника перед входом в этот лагерь этого демона главного, да? Потом, наверное, будет что-нибудь типа самого лагеря этого. И вот он, собственно, последний босс. Ну, это я так думаю, я не видел игру, еще раз повторю, полностью, да? Вообще, в принципе, я ни у кого на стримах, я, по-моему, не видел. А, только видел у Гитмана, но там начало только было. Вот, так что мне кажется, что это предпоследний уровень. Ну а по факту, кто его знает? Ну блин, там чуть дольше надо ждать. А может быть это считается уже его логовым, типа, и это последний уровень? Ну, тоже как бы не знаю. Но мне кажется, все-таки привет. Вообще тут как бы и так уже микро зашкаливает. Я не знаю, куда еще дальше. Не знаю, на какой сложности играет. Я у него спросил. Он мне такой говорит. Типа. Если ты играл, то ты и так видишь, на какой я сложности. А если ты не играл, то какая тебе разница? Вот так он мне ответил. А как я мог понять, если я моментально, ну, посмотрел, да? То есть, как бы, когда ты смотришь какой-то один момент, ты так сразу не поймешь, сколько там сейвов. Или тем более, я не знаю, там, какие атаки там у врагов там сложнее, то есть, как они выглядят. Ну, блин. Короче, я хз, я так и не понял.
А ему было вот просто влом принципиально сказать. Вниз не нажалось. Ах ты ж. Блин. Ну, написал бы тогда где-нибудь заголовки там или в описании. Я как бы такие вещи читаю, у него не написано. Ну, или я не нашел, по крайней мере. Не, ну фиг с ним, какая разница, ладно. Ну, то есть меня, если спросят, например, я отвечу. Ну и чё, пророк? Я вообще никогда не проходил целиком его. Тебе только вспомнить, а мне тренить. Что-то я чат дочитался. Ну, на трике. Значит, я говорю, значит, надо писать. Прям на самом видео даже, может. В общем-то, да, кстати, я вот когда прогу писал, то начинал писать в клиент для фанстрима, да? Когда там позавчера. Меня тоже очень много заходило, спрашивало, типа, что пишем, что пишем. Да, меня действительно задолбал этот вопрос, но я просто взял на самом видео, написал, и все. Да что за фигня? Кстати, мне кажется, все-таки там микрить придется эти синие штуки. Там просто булыжничек еще не в тему летел. Так. Офигительно тут. Ни хрена себе, что так много-то, ну. Блин, а что так много? Жесть. В смысле на пятой скорости?
Что такое пятая скорость в теннисе? Как там может быть скорости разные? Я что-то вообще не понимаю, как там икрить? Там же, по идее, не статично должно быть, потому что я же в разные моменты времени могу запрыгнуть на эту платформу. И что-то это охренительно. Ладно, хоть они не ваншотят, но, блин, все равно. Лол. Не так уж сложно оказалось. Да какая пауза? Ну, короче, короче, проходимо. Вначале кажется вообще такое импосибр просто, а потом что-то вроде. Не буду в это играть. Значит, на самом деле, вот, как бы, знаете, эту игру можно одной фразой описать. Вначале кажется невозможным, а потом кажется изи. И как бы, вот, например, вот про больше я, например, так не могу сказать. То есть, вот именно здесь это очень сильно. То есть, вот видите, вначале метабашня казалась, ну вообще, как здесь можно это размикрить? Какие сложные прыжки, столько надо всего учесть. А потом кажется, да вроде все как-то, ну реально вот. И причем, я понимаю, что как бы, например, вот в Боши мне так тоже сейчас кажется, что там все легко, но так это после скольких там прохождений, да? А здесь я первый раз прохожу, и мне сразу это кажется. То есть, ну, все-таки разница есть. Так вот, это привык, потому что. Но я думаю, даже при втором прохождении тебе еще не казалось, что там изи. Ну, как бы у тебя, по сути, не было полноценно второго-то прохождения, да? Ну. Ну, ты понял, короче, мысль. Лол, без урона. Без урона. Только теперь этих осталось твоих размикрить. Ну и все тут не умереть, конечно. Блин. Фух, так. Да ладно, Солгрин, ты издеваешься, что ли? Да ну нахрен. Это просто тролляк 999 уровня, я не знаю, это такая жесть. Что-то, блин, вообще просто затроллено. Ну, как бы, ну, можно, да, сравнить, но мне кажется, даже жестче. После Гравитрона там. Ну хотя, ну да, похоже, прям похоже. То есть там тоже, если прям аккуратно идти сразу, то ничего, в принципе, не угрожает, да?
То есть прям как бы перемещаться за экран аккуратно. Ну да. А если лететь? Короче, надо без урона туда идти, тогда этих скелетов там особо, ну, как бы пофигу, то есть с уроном там проходится. Да ну. Так. Ну, не без урона, тем не менее. Блин, оно 50% сняло, да ну. Все. Офигеть. Что тут за жесть нас ждет? Да это еще надолго, это надолго опять момент. Привет, Балшам. Ну, я купил крылья в день релиза, если честно. В день, когда она вышла, я сразу же купил. Или я даже предзаказ сделал, не помню. Так, тут нет секреток? А. Так, что-то я не пойму сейчас, в какой момент это лучше делать. Блин. Не в этот. А, что-то там подкат надо сделать. Что-то я не заметил. Кстати, что-то не так уж... Да не надо мне ничего показывать. Не так уж сложно, как я вначале подумал, если честно. Ну, не тот тайминг.
Да, ну куда ты засасываешься? Это просто вниз у меня не прижимается. Нет, это не такой сложный момент. Мне вначале показался он каким-то жутко сложным, но нет, это не то. Просто да, я повожусь, конечно, повожусь обязательно с этими летающими гадами, но это не то, чтобы прям какое-то страдание, я думаю, будет. Ну, посмотрим, конечно. Но, как видите, по крайней мере, я уже до конца дохожу. То есть надо только уничтожить этих летающих. С ними, да, проблема у меня постоянно. Ну, тем более на нестабильных этих островках-то. Но мне кажется, что я сейчас это пройду более или менее быстро. Блин. Ой, что это сейчас было? Ну, как можно не допрыгнуть-то было? Да что такое, лол? Ты издеваешься, что ли? Ну ладно. Ну да, я как и говорил, что с ними, конечно, проблемы будут, но тем не менее. Нет, тут ничего не ваншоты. То есть ваншоты только шипы, порталы, черные дыры и падение в, ну, на какой-то вот, ну, в яму там. Вроде больше ничего не ваншоты. То есть потому что тут для ваншота не это отдельный режим, Doom It Mod. Ну, чтобы вообще все ваншотало абсолютно. Как-то тут их нужно обхитрить, чтобы я туда добрался более или менее безопасно. А, не, какой там стычка? Да не надо мне ничего показывать. Да что же у меня проблема-то с этим коридором? По идее, с этим вообще не должно быть никаких проблем. Да, мне кажется, нужно их как-то вот так обмануть. То есть подпрыгивать там, чтобы они наверх полетели и, ну, дали мне подкат сделать безопасным. Да что, ну что вот с этим-то проблема? С этим вообще не должно быть проблем. Ну, сейчас я затупил. Ну, опять я затупил, ладно. Привет, Евулф. Но это было не очень безопасно. Нет, походу второй нужно делать сразу. То есть первый такой отвлекающий, а второй нужно делать сразу.
Да что ж такое, ну... Ну вот это вот уже урон, он вообще не в тему. Вот совершенно не в тему. Евольф. Ладно. Может быть, даже не забуду. Так что надо так называть. Да ну... Так нелепо, пипец. Просто раньше времени прыгнул и все. Ну, тупо раньше времени прыгнул. Больше ничего. Да какой урон, ну... Вот так как-то, да, надо было. Я, кстати, убил их. Лол. Да. Ну, он половину тратит урона, и это очень плохо. Я бы лучше на вот этих это израсходовал. Да, этот портал самый бесячий. Вот это сейчас не в тему было совершенно. Почему у меня в тот раз получилось, сейчас нет? Хотя, по-моему, ну не знаю, то же самое дело. Да ну этот урон, ну... На. Да что ж такое? Я уже давно должен был пройти этот момент. Вообще, то есть, до сейва. Ну, или там, я не знаю, ну, вроде там сейв, мне кажется, дальше сразу должен быть. А я что-то вожусь тут. Да лол. Так. Есть. Вот так-то. Подождите, не пойдем пока мы в портал, тут наверняка секретка где-то. О. Я ждала тебя, Ви. Я знаю, что... Лоуси, ну, короче, тот робот не сделал эту работу. Но даже... такая простая задача, как... получить read of dump. А, не, стоп, не даже. Не понимаю, короче, этой фразы. Ну, что-то она там учится. А, с моими новыми знаниями это будет конец для тебя, ангел. Но хватит говорить.
Стоп, подождите, а портал тот зеленый нахрена? Опять ты, лол, ну это же сам первый босс. Не, подождите, я хочу теперь посмотреть, что тут этот портал делает. Это что, ваншоты ищешь штуки? Ну, потому что порталы обычно ваншоты. Да я ей даже вообще не сношу здоровья. А как ей сносить здоровье? А если в портал пойти? Блин, неужели это типа босс-секретка? Давайте посмотрим, что скажет. То есть я вот, ну опять же, кто не видел, да? Первую половину уровня, когда я прошел, я, то есть, обошел там и вышел из этого портала, открыл дверь. Теперь я открыл вторую дверь. Но мне как бы вообще-то надо вот эту среднюю дверь открыть. И лол, походу надо босса для этого убить. Так, прошу прощения, минутку. Отойду. Так, продолжаем. Ну, кстати, да, вот как я и думал, да, как я и думал, ну, не последний уровень. И ну, это я, потому что это явно не последний босс. Последний босс мы знаем, как выглядит, потому что он в самом начале игры был. А, ну давай, что с тобой делать? Я вроде в нее ни камни не могу эти пинать. Лол. А, то есть она просто со временем, что ли, теряет энергию? То есть мне нужно выживать. Да, походу. Или в нее камень все-таки попал? Я вот что-то не обратил внимания. Ой, по-моему, это не запланировано было. Изучала она тут, понимаешь, и сидела. Watch this.
Да, походу просто по времени, потому что я вот уже несколько камней скинул. Никакого эффекта. Да лол, ну это охренеть. Как обычно, босс начинается так, что вообще непонятно, что делать. А под конец уже чуть ли не без урона проходится. Но до того момента еще много боли ждет. Наверняка у нее есть фаза, когда она разозлится, но это прям по-любому. Может, все-таки надо атаковать? А, лол, все-таки щит снимается. Ха, стоп. Нет, ну в лаву-то понятно, но... Я так и не понял, вот как сейчас это получилось? Не по времени явно, не по времени. То ли когда этот шар исчезает? По-моему, надо этот шар убить. Вот этот вот. Или нет? О, а что я сделал? По-моему, надо просто этот щит перебить. Ну, то есть, он же восстанавливается, нужно его уроном перекидать. Только непонятно как. Вот как это получается? Пока я не пойму, даже нет смысла уворачиваться от атак. Да в лаву я, понимаешь, я в лаву кидаю, когда у нее уже щит пропадает. Тогда я в лаву кидаю. А как до этого состояния довести? Вот, вот сейчас щит пропал. А что я до этого сделал? Да лол, она еще не кидается ни хрена. Вот как я до этого состояния довел? Я не понимаю пока. То ли после какой-то определенной атаки у нее щит слабеет, и его можно снести. Так, ну не после этой. Вот, и чё? Чё я сделал? Не понимаю, как определить. Ну ладно, давайте буду пытаться всё-таки уворачиваться уже от атак, и может как-нибудь, ну и постреливать там постепенно. А, порталы всё-таки не ваншотают, что ли? Блин, ты тут поворачиваешься, конечно.
Да, что-то охренеть, сколько всего на экране. Вот, что произошло? Что произошло? Я не знаю. А что это за огонек там летает? А, она себе еще и восстанавливает здоровье, что ли? Охренеть, что ли, вообще? Или я так мало потратил? Привет, хиппи. Вот, почему сейчас так быстро получилось? Что-то нужно делать определенное. А что, фиг пойми вообще. Она от каких-нибудь своих атак щит с ним себе чуть-чуть хотя бы тратит? Я лично не вижу. По-моему, у нее все-таки щит пропадает на пару секунд просто периодически. В смысле, вот. А, хотя нет, это всего лишь какой-то портал, непонятно. Я думал, вокруг нее это типа щит, но нет, по-моему, это не щит. Это просто такая. Так магия кастуется. Вот, сейчас получилось. Да упади ты в эту лаву, ну вот упор-то. Так она восстанавливает себе, ни хрена себе. То есть можно как-то еще и быстро ее долбить, походит. О, ни хрена, да ладно. От этого восстанавливать здоровье. То есть эти шарики мои ее лечат, если они в щит попадают. Что-то как-то это охренительно совсем. Не вижу я, когда ее бить тогда вообще. То есть как-то, значит, визуально или как-то по какой-то логике можно понять, что сейчас в нее можно стрелять. Не стреляя все время, то есть там не наугад, ничего такого, да? Как-то это можно увидеть. Я вот смотрю, что-то не могу сейчас пока понять. Thank you.
Вот. Я вот сейчас следил, вообще не понял. Я прям специально по одной стрелял, чтобы понять, в какой момент. Проверь момент, когда кастуют порталы. Так, это не порталы. Это камни. Но хз, сейчас я не попал в нее. Прикасти камней. Ну вот сейчас был каст камней, да? Вот давайте еще раз сначала. Я прям не буду себя жалеть. Буду ее просто бить, а сейчас, потому что она камни сразу делает после вот этого шарика своего дурацкого. Но. Ну, нет. Значит, это от чего-то зависит другого, не конкретная атака. Точно не конкретная атака. От чего-то это зависит еще. И никогда этот шарик пропадает красный тоже. Не понял пока вообще, даже примерно, даже нету какой-то мысли, которую можно как теорию выдвинуть. Тупо нету. Нет, вообще, конечно, одна мысль на самом деле была, но, по-моему, она не оправдывает уже себя. Может быть, когда на экране там больше двух атак, типа у нее энергии не хватает, и поэтому щит спадает, типа того, может. Но, по-моему, нет, всё, это показалось. Типа вот две атаки, там третью какую-то кастуют, и, может быть, вот в этот момент. Хотя вот нет, сейчас три было и ничего. Ну, не, значит, это неверная теория. Стоп, а как я сейчас урон наносил только что? А, значит, не было щита, да? Ой. Понять бы хотя бы вот это вот просто как когда бить, и уже можно было бы что-то пытаться. А то сейчас уже вот сколько я тут торчу, вообще вот тупо бесполезно, да? То есть даже не важно, даже если я два раза ей снесу, даже если я три раза ей снесу случайно, я все равно не пройду, потому что я слишком много получаю, ну, как бы получаю урона из-за того, что я не понимаю, что делать. Так я еще сам с сокет ИО не разобрался. А ты под Android что ли делаешь или подо что? Я же чат не доделал.
По-моему, когда ты редко бьешь, ее ХП падают, а когда часто, то есть щит не успевает отрегениться, хилишь. Непонятно. То есть бить в нее ты думаешь только когда полный щит? Ну пока вроде нифига. Хотя вот, ну не знаю. Ну как бы это еще не подтверждение, да? То есть может быть какие-то другие условия, может, выполнились. Кстати, я так неплохо так у нее снеслось-то, лол. В принципе, ну не знаю. Может, просто совпадение? А, стоп, я неправильно вопрос-то прочитал. Я думал, ты про соки ТО, а ты про простой JSON, в смысле? Ну да, это там нужно в этот. То есть, да, JSON у тебя правильный, только там пробелы, по-моему, нужны, или нет? Application JSON в заголовок добавил? Такой заголовок нужно добавлять. А, да, то есть реально нужно вот так, да? То есть не бить ее, когда у нее желтый щит потрачен. Привет, Ксенрир. Да лол. Ну, хотя бы теперь может что-то пытаться сделать. Да ну глупая, она в эту лаву не падает, ну пипец. Она же это, ну типа, там демоническая, ей разве лава не нравится? Чё за фигня? Не понял. Где мои стереотипы? А, нахрен я... О. А ну ты чё, в лаву не будешь падать? Но 3 хп, по-моему, рекорд, да? Снес. Почти 4 хп снес. Ну, все, пошло дело, пошло. Да, хилиться, да, должна была.
А ее хилят ангельские эти шарики. Что за дела? Мне кажется, она что-то это. Что-то не договаривает. А, ты же валяешься, ну лол, ну удаляй. Профидониум, короче, урон. Почти столько же снес. А что значит латентный? Типа скрытый, что ли? Что-то как-то мало снеслось. Да тяжело от камней уйти. От камней надо желательно в одну сторону уходить, потому что развернуться без урона что-то вообще очень редко выходит. Ну это вообще удаляй. Ну, привет, Тиравон, еще раз. Не, ну в любом случае, я на сегодня уже программу минимум выполнил. Я прошел вторую часть уровня. В общем-то, я уже рад. Босса я, ну, честно говоря, вряд ли сегодня, наверное, убью. Потому что, скорее всего, там у меня какие-нибудь еще будут фазы дальше сложные, на которых я там вообще офигею просто. Ну вот опять не упадет. Ну на тогда тебе так урон. О, ни хрена. Лол, лол, 4 оставил. Сюжет, ну извини, под конец игры рассказывать весь сюжет. Но если совсем вкратце, то там самый жуткий демон, который был уже давно как бы в этой в тюрьме у ангелов, вырвался на волю. Мы его идем приструнять, как бы все. Ну, это был не просто заключенный, это был типа там пипец какой дьявол там или что-то типа того.
Блин. Ну, пророк, ты знаешь, что делать? Нахрена я два раза ударил, она бы в лаву упала. Пророк, ну на Твиче, блин, спам, ну... Ты что, не видишь, что ли? Ты не забыл, что ты модератор вообще, как бы? Да блин, я не знаю, что-то от камней этих не всегда удается, блин, нормально уйти. Вот ведь. Вот, сейчас нормально от камней. Можно увернуться, но, ну, блин. Блин, все равно не хватает. Да что ж такое? Есть. Хоть так. Блин, да на эти-то вообще не надо попадать. Самая жесткая атака — это камни падающие, а прыгающие вообще пофигу. На стриме робота только люди с СК2? В смысле, какого робота? А, я понял. Ну, да лол, что-то спамеры активизировались. Ты его обработал? Просто у меня-то тут не изменится в мультичате, то есть сообщение не исчезнет. А вот камни размикрил. Yeah.
За что ж ты с этим делать-то? Почему у тебя и ассоциируется это именно с отжатием мобилы? А, лол, ты ну, я что-то не заметил, что... Так. Ну типа вот, началась фаза злобы, музыка убыстрилась. Суровое детство. Зря, я, короче, опять неправильно сделал. Я понял, вроде почти как от камней правильно уворачиваться, разворачиваться именно, да? Но не всегда это делаю. О. Ну, это вообще был фейл. Да сколько раз надо ударить-то? Я что-то даже не считал. О. Семь раз, но по крайней мере сейчас семь. Тут сейчас 8 понадобилось, или один не прошел просто. Так, 5. 6. 7. А, странно, наверное, все-таки 7, да? Так, должна же свалиться была только что. Или я не дождался конца счета? Как это вообще делать? Ты просто брал, писал JSON без всяких... Нет, с ухищрением, я же говорю. Application JSON заголовок. Потом там еще, ну, в хедер нужно токен добавить, если это не запрос на авторизацию. Можно заспамить, но, по-моему, лава эффективнее.
Меня вот что радует, что она сама просто прикосновением мне не наносит урон. Вот огонек ее, да, ну это логично, да. А вот сама она не наносит урона. И вот это мне очень нравится, потому что вот очень тупо, когда босс тебя убивает просто прикосновением. Но я понимаю, там есть хотя бы зубастый рот какой-то там, да? Или просто сам босс там шипастый, или что-то такое. Или там это огонь какой-нибудь. Но вот почему в некоторых играх, точнее почти во всех, то есть босс просто сам по себе тебя убивает прикосновением. Это же тупо. А здесь нет. А, сразу по силам не бить, понял. Ну, это какая-то уже не очень попытка. Явно не очень. Мегамен убивает больше подкатом. И чё? В смысле, к чему ты это написал вообще, лол? Ну блин. А, хреново. Ну, хотя ладно. А, я понял, к чему ты, кстати. Да лол. Ну, блин, конечно, таких два неэффективных этих. Это печалька. Привет, Картофан. Ну, хэза. Так тут уже выяснили, что она латентный ангел. Блин, дурацкая штука вот эта. Блин, вылечил, да? Ой, что-то плохое. Ни хрена себе. А зачем мне подкат? Здесь подкат не наносит урон.
Так получается, Тераон. Что ГГГГшечка? Нет, что-то это хреновая попытка. Ну, я ж думал, ты заспамишься. Ты хоть фигню начал страдать. Да ну хреновая опять попытка. Начались, короче, рестарты. Когда в лаву не сбрасывают, то вообще такая хрень по урону. Блин, ты зря, да, был? Нет, кстати, урон получил. Чё пророк говорит, что не нужно? Нормально, сейчас урон был, а не восстановление. Да блин, жесть. Ты что-то нас задолбало. Как-то зажало, я не мог нормально оттуда выйти просто. Там, блин, у меня эта фея стоит, которая была, между прочим, очень даже нормальным боссом. Она что, не может прийти просто порешать? Ой, чуть не пропустил. Но она я там говорила, типа, она устала, там силы закончились, потому что она порталы мне эти выключала. Ну, черные дыры, которые. Ну, неужели не отдохнула, пока я тут проходил эти все два подуровня? Чё? Не понял. Ой. Thank you.
Вдоль. Ну что-то вообще как-то неудачно. Да лол, ну... Ну вот один, можно больше двух потратить за один этот присест. А я только один. Потому что в лаву не попал, ну. Что-то вообще лажа какая-то была. Я столько урона получил, просто никчемного. И она в лаву опять не попала. Ну охренеть, за два присеста 2 хп у нее. Ну это просто не очень. Наконец-то. Все равно мало. Сейчас уже могла быть там стадия ярости там, ну или близко, по крайней мере, к ней. А чё она исчезла? Ну, кстати, если я бы сейчас вышел, то бы у нее там потратилось и был бы рекорд по урону. Другое дело. Ну да, два ровно получается можно потратить, да, за одну эту, за одно снятие счета. Да, значит, вот теперь можно 4 за 2 снятия. А. Как увернуться, лол? А, я могу этот портал, что ли, припрыгнуть? Походу, могу, наверное, портал этот. А, спасибо, Тор, за поддержку и привет тебе. Да я, наверное, буду скоро заканчивать уже. Я же не ролли, чтобы по 7 часов стримить, или Defender. Блин, это так был глупый урон, что-то я смотрел на этот портал, как он у меня летит, и досмотрел. По-моему, сейчас я его восстановил, да, немножко.
Да, лол. Сколько там так крутится? Ну, это рекорд. Это рекорд. Что, блин? В смысле, стрим какой-то по рисованию или чё? Да лол, ну ты, вот не очень, капец. Ну блин, прям в камень. Но радует, что я стал более-менее часто доходить до тра-та-та-та-та-та-та. Эй, ну ты же валяешься, ну. А, да ладно, она не долетела до лавы, ну пипец. Ну просто просрал попытку, короче, считайте. Да что-то зажало вообще, жесть. Кстати, она бы сейчас начала бы уже делать свою фигню. Нормас, без урона прошел целый щит. Блин, вот в лаву не попал и все напрасно практически. Да нет, ну, ну блин, ну я же первую фазу без урона прошел. Так обидно, лол. На работе бомбануло, да ладно. А, в смысле, от игры? Или от работы? А, от работы? А что такое-то? Рассказывай. Ну... У меня, кстати, тоже порой бомбит от работы. Потому что, блин, ну... Заказчик программки, которую мы сейчас пишем, предоставил нам оборудование, документация... Как, примерно как на СК2 ТВ. Thank you.
3, 4. Так, один удар, да? Нет? Да какого фига-то? Ну, блин, это было сейчас глупо. Ой, ну и хрень. Я сам портал задел. Блин. Короче, у нас есть книги, где схемы, платы, ну и так далее, документация. В общем, и был случай месяц назад, что мне принесли проверять, а книги нет. Я все оббегал, никто не брал. Потом она, типа, сама нашлась, никто не создался. Сегодня такая же фигня, как меня бомбанул, ты видел, и почему мне такая хрень. Лол. Бывает. Не упадет, ну конечно же не упадет. Ну, это полная хрень просто. Ну, конечно же, на огонек. Конечно же, на огонек. Ну, Торн, привязывай их. Закрывай в ящик на ключ. Сделай себе копию. Или их там очень много, я просто не знаю же. Мало нанес урона, но так как я сам не получил урона, ну ладно. Пускай. Две фазы без урона. И на одной из них лаву толкнул. Ну тут полная опять жопа началась. Ну просто, ну меня просто заспамили. Ну вот, ох, повезло-то. Охренеть, чего она так заспамила-то меня? А, запрещена копия, ну... Печалька. Да, кстати, что-то не подумал об этом. Не, ну хотя я просто думал, это какие-нибудь открытые информации, типа там госстандарты, там еще что-то. Опять не упадет в лаву, да ну нахрен тебе.
Да ну, хорош, не падать в лаву. Тоже не смешно. Но это, по крайней мере, не особо напряжный босс, я вам скажу, то есть... Вот какой-то там предыдущий был просто пипец, просто вообще пипецный пипец. А это, не, нормально. Ну, правда, я еще не знаю, что там дальше, вообще-то, на самом деле. Давайте вначале я пройду, потом скажу, пипец это или не пипец. Ой-ой-ой, как... Ты что делаешь? Да, ну лучше бы я огоньки задел, чем портал, который ваншотит. Ну это так, это жесть. Да, робот был жесткий, но после робота был еще жестче босс. Вот предыдущий. Такое, что за него даже садиться не хотелось. Потому что он просто тебя убивает сразу. Нет, огоньки не ван... А, или у меня просто мало было хп, что ли? Просто огоньки же не ваншотит. Это я же точно не знаю. Просто, значит, у меня мало было здоровья, да, видимо. Опять она не упала. Ты паучин. Блин, чатик зачитался. Ну это явно какая-то хреновая попытка. Круга и в другую сторону. Да, я это помню, просто там не успеваешь это сделать. Я это с первого раза запомнил. Ну ладно, со второго раза я это запомнил. Ты просто там не успеваешь механически это сделать. Не, ну в смысле можно успеть, но это тоненькое. Дело не в том, что я забываю там или что-то такое. Просто там механически довольно надо все четко рассчитать. На пофиг там не делается. Что-то я опять охренеть сколько урона получил, ну понятно. Какой чатик на боссе? Чатик вчера читал, сидел. Да опять она не падает, ну как же вот это бесит, лол. Ну тупо. Честно говоря, конечно, было бы интересно посмотреть, как кто-нибудь другой играет в Wings of V.
Ну, потому что я вот теперь уже прострадал, да, но почти все там, ну, я так надеюсь, там. И что же там, то есть, как посмотреть, как другие будут проходить. Может быть, я сильно крабил там, или наоборот, может, где-то удалось там неплохо. Ну, не знаю, короче, интересно посмотреть, как кто-то еще проходит. 4 жизни? А, в смысле, 4 жизни потеряно, пройдя 3 уровня, или как? А 4 жизни это конт или нет? Ну, гитмен это гитмен. А всего 5? Не могли подождать. Давай еще не дают играть на работе. Что за фигня? То есть одну. Ну блин, ты не мог сказать, потерял 1 жизнь за 3 уровня. Это, по-моему, было намного проще, чем. А то, что я написал. Что-то я прям порой нормально прохожу, порой столько урона получаю, что просто сразу на все. На все деньги сразу урона получаю. Нахрен я сейчас этот урон получил 2 раза. Тут сейчас нормас, кстати. Хорошая попытка. Пока что. Ну, пожалуйста, в лаву. Ну, лол, ну. Ну, ладно. Должен дойти до той самой атаки. По идее. Если, конечно, сейчас какая-то лажа не начнется жуткая. А! А, блин, она ли валялась? Я думал, она начала свою атаку. Вот, ну, сбила с толку меня, дурацкая, блин. Ну все, надо без урона. Честно, я запутался, я просто думал. Ну. Картофан, ну что-то ты не ок. Эмуль сохраняет мое достижение. Не знаю, проверь. Не знаю. Да, кстати, это довольно важный вопрос, потому что иначе как-то экстра будешь открывать за раз, что ли? Хотя можно и за раз. Ah!
Ну, я думаю, что это достаточно обидно. Не знаю. Но, по крайней мере, как-то странно. Ну, не было какой-то подоплеки к этому. Подожди, что, уже? Да охренеть. А, лол, а может ее как-то бить надо в этот момент? Что за фигня? Она, походу, бесконечная. А, остались, да? А, может ее как-то бить надо? Нифига себе. По какой твоей строте? Так, отлично. Хорошее начало. Ну... Да уйди. Что-то она упорота какая-то стала. Нет, что-то урон не наносится ни хрена. Привет, Инферно. Я тогда хэзэ, что делать тут? Неужели надо просто так долго выстоять? Отлично. В смысле, спойлер? Тактика? Да, говори тактику вообще. Кто не понял, я на Wings of Fe говорить тактики на боссах абсолютно не запрещаю. Вообще, пожалуйста, говорите. Я только рад буду. У меня и так достаточно душ, что ты игра, чтобы еще и запрещать спойлерить тактики. Не, пожалуйста. Можете говорить, если вы знаете, там абсолютно не запрещено.
А что с Good Game? А что не так с Good Game? Должно работать. Так, офлайн? Странно, а почему у меня показывает, что там один зритель? Я поэтому и не беспокоюсь. И никто не пишет же, главное. Что, мол, какие-то проблемы? Ну блин, огонек. А, она неудачно. Ой-ой-ой, что-то я запутался. Блин, подождите. Good Game офлайн? Да не, как он может быть офлайн? Второй раз уже за день. Нормально, все идет стрим. Дропов 0. Как он может быть офлайн? Ну, давай теперь запущу Good Game опять. Все, пошел стрим на Good Game еще раз. Блин, залажал. Да, опять она не упадет. Что же, у меня уже мало здоровья осталось. Такс. Да лол, опять я смотрел, как на меня портал летит. Ну что это сейчас? Ну что это я столько урона получил? Это пипец. Ну задолбало. Ну какие камни, ну. Охренеть. Не знаю, может быть. Ну потому что я, ну, хз как бы. Все, я до меня дошло. Я на СК2 ТВ неправильно прописал плеер. Ой, лол. То есть он, если перейти прямо на Good Game, то он там онлайн будет. А на СК2 ТВ у меня... я неправильно плеер вывесил.
Ну все ж, Mac F5 и должно все нормально быть. Да лол, ну. Так, в лаву. Отправляйся. Отлично. Ну, короче, сейчас начнется, да. Ну, ни хрена себе. Ну, по крайней мере, прогресс. Интересно, я туда мог успеть? Чисто теоретически. Даже под катами. Что-то мне кажется, как-то это было далековато. Не, наверное, можно было. Не знаю. Вот, но тем не менее, тем не менее, уже стрим идет довольно давно. Я уже устал от этой тяжелой, блин, как ни крути, игры и душной. Так что все, на этом стрим заканчивается. Следующий стрим по Wings of Fee будет вообще хз когда, абсолютно непредсказуемо, потому что мне постоянно лень ее играть, постоянно я сажусь, думаю, надо постримить, что, может, Wings of Fee такой, потом, блин, там же этот босс, там же это все, уворачиваться от этого всего, о, нафиг надо, и, короче, забиваю, ну, порой, к тому же сейчас вот у меня другие стримы есть, и там вот по программированию и так далее, то есть есть чем заняться. И другие игры тоже есть, так что не знаю, когда будет. В общем, все. Спасибо, что смотрели. Увидимся на следующих стримах.